Собачий рай и место развлечения для туристов. В Бангкоке открылось кафе, в котором живут вельш-корги, любимые собаки королевы Елизаветы II. Люди приходят, чтобы поиграть с питомцами и покормить их. Больше об этом месте расскажет Александр Кулебаба. В этом кафе с порога окружают посетителей любовью, но не официанты, а местные постояльцы – вельш-корги. Здесь их 12, и каждый требует внимания. Я просто хотела поделиться любовью и счастьем, потому что у нас все это есть. Мои собаки привели 7 щенков, мы никого не покупали. И мы решили поделиться этой радостью с другими. Корги – забавные собаки. Их внешность, короткие лапы, коренастость. Эти уникальные характеристики мне нравятся. Они очень смешные. Собаки в этом кафе ухожены и обучены командам. И несмотря на свой неусидчивый характер, за лакомство готовы и терпеливо посидеть на месте и дать лапу. Они очень милые, пушистые. Некоторые корги ленивые, но не здесь. Они очень активные, и мне это нравится. Чтобы собаки не растолстели от вкусностей, которыми их угощают гости заведения, трижды в день они выходят на пробежку во дворе кафе. А еще ходят на прогулки с посетителями. Некоторым гостям вельш-корги так полюбились, что подумывают сами приобрести такого любимца. Эта порода становится все более популярной. Я пришла сюда, чтобы узнать, какие они, и решить, заводить ли себе. Чтобы провести час с собакой, каждый посетитель платит $11. Этого хватает, чтобы обеспечить четырехлапых питанием и достойным уходом. Александр Кулебаба, UATV.